Всем привет, ребята! Вы на канале Noobik Play, и сегодня мы начинаем проходить игру под названием Minecraft Dungeon. Это довольно интересная игра в стиле Майнкрафта, в которой надо проходить всякие уровни, побеждать боссов и все такое. В отличие от обычного Майнкрафта, здесь есть... Ну, в Майнкрафте обычно, наверное, тоже сюжет есть, просто здесь все более понятно. В обычном Майнкрафте вообще не разберешь. Нафига тебе убивать дракона? Почему ты единственный такой, какой ты есть? Ну, Стив. Что это вообще происходит? А здесь есть сюжет. Я тут уже играл однажды. Это вот аккаунт котика, который из видео, это, короче, прошлого видео. А это вот один из моих аккаунтов. Давайте создадим нового персонажа. Тут есть вот такой дед. Вот это, по-моему, четыре основных персонажа. Есть самые стандартные Стив и Алекс. Какой-то вот такой вот. И я, пожалуй, выберу... Давайте этого. Выбрать. Сейчас... Так... Давайте мы посмотрим, что тут вообще в сюжете. Хотя, я думаю, все прекрасно знаем, но все знают, но все равно. Это была великая эпоха приключений и опасностей. Отверженный своим родом, скитался злодеянин в поисках нового дома. Но только ненависть встречала на своем пути. Разгневанный таким несправедливым отношением к себе, он отправился туда, куда глаза глядят. Он блуждал, пока однажды не нашел то, что изменило его навсегда. Сферу господства. Слышали эндермена? Оскверненный злом, одержимый местью, Орхидиан заставил склониться перед всех перед собой. Те же, кто отказывался повиноваться, пали. Видали, какую у него армия здоровая? Големы какие-то. The purity of heart to stand against the Arch-Illager's reign of terror. О, один из самых жестких боссов это вот этот вообще. Maybe you. Да, конечно, справимся. И даже дополнительный сюжет пройдем. Побережье кальмаров. Это обучение, так что тут ничего нету интересного. Деревня в огне. Деревню разгромили. Там какая-то фигурина. Зомби ходят. Да все, захлопнись. Тут надо управлять мышкой. У нас вот такой вот персонажик. Блин, сюда нельзя зайти, что ли? Ладно. А
надо будет искать везде всякие секреты. Потому что раньше я на них никогда внимания не обращал. Зомби умирает довольно легко, у нас 100 жизней. Зелье лечения. Вообще Minecraft Dungeons, Story Mode, обычный Minecraft, это все одна вселенная, но почему-то и все, например, в Story Mode нет никаких редстоуновых големов, в Майнкрафте нет короче, там какие-то водяные черти были. А вот это уже посильнее они. Эх. Так, вот сейчас будет тут мини-армия на нас нападать. Изи. Вы могли видеть, что я выпускаю на своем канале битвы. О, ракетка. Всяких мобов из Minecraft Dungeon против пэтиков. Пирострела, 47 урона. Да знаю, что надо зачерпнуть. Это можно будет все эти штуки снимать, так что можно не бояться. Атаки наносят дополнительный ущерб злодеяну. Все атаки снижают. Не, вот это лучше. Мы разочаровали меч, почему он не светится? Да, ой. Блин. Можно еще кувыркаться. На тебе. Че, все, это конец вроде. Да, вот тут я узнаю это место. Вот здесь мы будем жить. But don't fret, they're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Ты вообще кто такая? Болтает какая-то тут. Бродячий дракови. Так, у нас сундук Эндера. И, пожалуй, самый бесполезный артефакт, который даже не назовешь артефактом. Хотя, наверное, если ты стоишь перед пропастью, можно вот так вот делать и скидывать их. Все закрыто, только леса криперов. Ну, тут такие. Так,
Нормальный уровень сложности. Мощное снаряжение артефакта. Не, ну вот это я ставить не буду. Давайте на четверочку. Попробуем пройти. Вот почему, например, вот этих нет в обычном Майнкрафте. Они прикольные. Зачаровывают всяких... О, ай! Чё я всё время падаю? Тут такие бронированные зомби еще есть. А, топор! Ай! И суперзелье! Проклятие... Так, меч... Что... Что у топора? У него... Больше урона. Оглушение. Шанс временно оглушить врагов. Но это против сильных каких-то. Отравленное облако. Это вот, кстати, круто. Эх. Кстати, еще тут... Сейчас покажу вам одну прикольную вещь. Так, не на тебе. Тебя мы так замочим. А вот сейчас. Ай. Ай, это не ударили. Тут можно драться руками. И просирать себе ХП. Это вот когда ты супер прокачанный, можно вот так уровни прикольно проходить. Но это долго. А, она еще оглушает. Значит, все-таки есть в ней толк. В этой удочке. Прикольно, вот он крутится, когда еще. Сразу нескольких может. Пожалуй, карту влюблю, чтобы ничего не пропускать. А скелет вот это какого фига выживает после одного выстрела? Они умирать сразу должны. Умри. ХП мало. Эть. Блин, промазал. Новый уровень. Так, я так и не зачаровал. Вот это, наверное, лучше, чтобы с толпами разбираться. И опять же, он не светится. Чё? Блин, а эффективно. На. Фига себе. Сюда надо сходить. Так, я там что-то пропустил еще. Давайте посмотрим, что это.
Ай. О. Не зря мы сюда пришли. И наша первая бронька, которая... Мы тупо сменили поясок. С железной штучки на золотую. Это жуткая крипта. Ой, не, это потом я проходить буду. Мы с вами открыли дополнительный уровень, в котором надо собирать всякие изумрудики и разживаться на этом. Кстати, это, по-моему, единственный секретный уровень, который я вообще открывал за всю историю игры в Minecraft Dungeon. Больше никаких секреток я не знаю. Грибочки эти звуки издают. Так что, ребята, говорите мне все секретки, я их буду потом проходить. Восьмого плюс один. Это лучше. Вот это можно продать. Давайте пока. Угу. Во. Шипы, это, кстати, и в обычном Майнкрафте есть такой эффект. Так, стоп, я не дошел же еще. Что-то нашел. Пауки. Я только сюда пришел, а уже во что-то влип. Где я вообще? Вау. Я уже столько всего нашел. Прикольного. Блин, стрёмные звуки. Раз уже зашли, надо исследовать. Потому что это я вряд ли потом найду. Ах.
добавить. Сундук. Бесполезный немного. Но хоть что-то. Может, тут что-то нажимается. Яблочко. Ну, вроде и все. Немного мы тут интересного нашли. Пора возвращаться. А то тут стрёмно вообще. Ну, слышите, какие звуки. Больше я никаких таких мест не вижу, которые можно было бы залезть. О! Из крипера выпала свинина. Логика, зашибись. Ай! Это что там? Еще. Блин, это еще лучше. О, это что? Нападение на мобов, которые не нападают. Нападение на мобов, которые не нападают непосредственно на вас, наносит увеличенный урон. Я не очень понял, но этот топор в любом случае круче. Так что давайте попробуем. И там еще, походу, какой-то житель, с которым можно торговать. Это как? Это что вообще за житель? Он на картографа похож. Но картами тут не знаю, зачем торговать. У меня был какой торговец? У меня был таинственный только. Остальных я, похоже, всех пропустил. О. Так, а зачем мне бить животных? Эх. Животные все равно не нападают на меня, так что, по-моему, это бесполезный эффект. Так, а зачем я вообще сюда пошел? Мне надо куда-то вон туда. Насколько я знаю, в этом уровне нет боссов, и мы должны легко его пройти. Эть. Блин, опять скелеты. Я опять не туда иду, да? А, нет, туда. Мы сейчас поднимемся вот сюда вот.
и пройдем по мостику и куда-то дальше попадем. Возможно, это эффект имеет смысл, когда у тебя есть какой-то питомец или защитник. Бух. Ой. А это случайно не то место, где мы выбирали персонажа? По-моему, это то. На. Эх. Бам-бам. О, домик. И тут куча всяких припасов. А еще тут худшее место для арахнофобов. Потому что пауков тут жесть как много, и они огромные. Свинья, копилка. О. Чё даешь? 8 хп, а вообще не вообще арбат оружия. Бесполезная, короче. Это тоже какой-то охотник, только выпендрёжник. Уникальная вещь здесь. Урон 14-34. Это виден, когда натягиваешь. Поражает сразу двух врагов. Бесконечность. Шанс немедленно получить стрелу взамен выпущей. Кара. Повышает урон наносимой нежити. О. Ай. Так, ну-ка, надо продать все ненужное. И освободить всех жителей, которых эти злые злодеяния заточили в клеточке. На. 169 урона. Так, и все, и последний остался, который вон там вот сидит. Мы почти прошли этот уровень. Ай! Было бы тупо так слиться. Идите нафиг. Блин, еще один топор бесполезный. Блин, оно сразу две реально впускает. Отсюда. А тут нету.
все, это конец уровня. Орда скелетов атакует нас. А мы проходим дальше. Эти селяне вырвались. Что-то их мало тут было. Прям совсем. Но зато у нас теперь есть деревенский торговец. Ботинки с... новые. Вожак налетов. Будьте начеку, герой. Поблизости замечены вожаки налетов. Они могут появиться в любой ранее выполненной миссии. За голову каждого вожака налета назначена награда. Долейте их. Короче, надо убивать вожаков налета. Подожди, житель. Как она туда залезла? А, он вещи продает. Клёво. Тридцать один. Давайте вот это купим. Блять. Ой. Посмотрим, что это вообще такое. Так, не, это пока не будем убирать. Давайте вот эхо. Ой. Что такое плеть? А, видите, как она далеко. На. Ну что? Думаю, еще вот мокрое болото можно пройти. Хотя... Нет, давай... Кстати, мы будем проходить также вот эти все вот дополнительные. У меня не открыты только скрытые глубины, получается. Нижний мир и эхо пустоты. Остальное у меня все разблокировано, и мы будем в это играть. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!